В этом году более 12 тысяч горожан наводили порядок в жилых кварталах и на территориях массового отдыха. Убирали в лесных массивах, на берегах реки Сатис и даже почистили озеро Протяжное. Всего было вывезено 7 тысяч кубометров мусора. Хотелось бы, чтобы количество участников, оно с одной стороны росло, но количество мусора уменьшалось. Вот. Но вот, к сожалению, пока вот это переломить практику не удается. С каждым годом все больше саровчан включаются в общественную работу по наведению порядка в родном городе. Школьники, студенты, сотрудники ядерного центра и различных предприятий, военнослужащие Росгвардии убираются в лесопарках, около водоемов и в излюбленных местах отдыха саровчан. За период этих всех мероприятий проводится большая работа по благоустройству нашего города, потому чтобы сделать его чистым, красивым, уютным. И в этой работе активно принимают участие все наши организации городские, граждане активные. Руководители предприятия, получая дипломы и благодарственные письма, отметили активную позицию своих сотрудников. Всегда много желающих сделать территорию возле работы или около дома чище и уютнее. У нас народ рвется просто вперед и говорит, а когда еще будет субботники? Такое впечатление, что вот два раза нам будет не хватает, надо чаще их проводить. За активное участие в проектах по благоустройству все организации города получили благодарственные письма и памятные подарки. По итогам проведенных субботников был проведен конкурс на звание лучшего предприятия участника. Дипломами были награждены организации, которые качественно выполнили наибольший объем работы и привлекли к участию максимальное количество участников. Елена Грискова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.